Помните видеоролик на отвертке Вера? По тем можно было бить, ключом крутить, это классика. Нальем в бензин, много маслица. Я хочу понять, насколько легко можно оторвать резину от краев. От краев она не отрывается. Край резины держится идеально. Обычно использовать мы ее сможем долгие годы, и ничего не отлетит. Надпись в углублении. Не, в воде не тонет. По запаху на полиэтилен похоже. Ты расплавляешь вот так рукой. Такой, и все. И анатомическая форма руки под отвертку. Спустя сутки, как минимум. Она стала более эргономичная. Погружать в бензин не стоит. Ацетон! Честно сказать, я думал, такой эффект будет с ацетоном. Ни одна надпись не стерлась. Теперь мы знаем, что с ними можно делать, а что нельзя.